Ну хорошо, давайте будем начинать. Я думаю, уже можно начинать. Добро пожаловать еще раз на сегодняшний очередной вебинар. Как обычно, мы с вами встречаемся каждый вторник. Хотелось бы вас всех поприветствовать. Спасибо вам огромное, что вы нашли время присутствовать на данном вебинаре. Меня зовут Татьяна Марченко, как вы меня все уже хорошо знаете. Сегодня у нас есть для вас несколько новостей. Начнем мы с того, что мы представим вам нашего нового сотрудника, имя которого Алекс Грабов. Алекс Грабов является нашим новым директором по европейским продажам. Мы очень-очень рады, что он присоединился к нашей команде, и мы знаем, что он будет для нас просто незаменимым человеком, незаменимым работником, и он будет помогать всем нам. Поэтому давайте поприветствуем Алекса Грабова, он сейчас скажет несколько слов о себе. Спасибо, Татьяна. Меня зовут Алексей Грабов. Добрый вечер, ЖНС, Россия. Ну, чуть-чуть про меня. Я хотел взять пару минут, поговорить про меня. Как вы знаете, как вы можете слушать, я родился в Беларуси, что извините, если вам чуть-чуть трудно меня понимать. Я знаю, что мне надо больше практики говорить по-русски, что я очень счастливый, что на этой новой позиции я буду работать с многим прекрасным русским лидером. Чуть-чуть про меня. Я изучался в университете биология и химия, что я очень, как сказать, я очень люблю GNS продукты. Я думаю, они самые лучшие. Я очень счастливый работать с вами. И я знаю, это одна из самых прекрасная компания, вы очень быстро растут, просто очень прекрасно быть здесь. И, как я сказал, я буду больше практиковать, говорить по-русски, и очень приятно с вами говорить. Влад? Алло, да, здравствуйте, Татьяна, меня слышно? Сейчас мы хотели бы передать слово Владу Хаджи. Да, здравствуйте, Влад. Да, здравствуйте, извините, я давайте. Ничего страшного, давайте я вас представлю. Сейчас мы передаем слово нашему генеральному директору по России, нашему любимому Владу Хаджи. Влад, спасибо. Вам слово. Спасибо огромное. Татьяна, еще раз проверка связи. Слышно меня нормально, да? Да, замечательно. Спасибо. Здравствуйте все, добрый вечер, дорогие друзья. Я сегодня возьму чуть больше времени, чем обычно. Просто исходя из целого ряда соображений, во-первых, вы все же хотите все-таки понять, дорогие мои, родные мои, что называется, что у нас с вами происходит. Происходит у нас с вами много всего хорошего. Перво-наперво, вот только что вам представили Алекса, и вы услышали, как он говорил с нами. И говорил с нами Алекс на русском языке, что само по себе уже приятно. Сколько вы знаете американцев, которые вот достаточно свободно изъясняются на русском языке. А это человек, который американец, который уехал из Беларуси, когда ему было, собственно, совсем мало годиков. Насколько я помню, мы с ним товарищи, конечно. Он был мой босс в предыдущей компании. Но ему, по-моему, было то ли 3, то ли 5 лет, когда его увезли из Беларуси. Но, тем не менее, он помнит родной язык, он отлично на нем изъясняется. И, что называется, сейчас ему может быть несколько неудобно, потому что на большую публику, и это всегда тяжело. На чужом языке, на большую публику, уж поверьте мне, я много раз выступал на чужом языке, на большую публику, но тем не менее он справился. Он огромный молодец, он большая умница. Пара слов об Алексе. Алекса, начнем с того, что я его просто обожаю. И я такие слова говорю редко, на самом деле. По-честному редко. Алекс просто большой молодец. Мы с ним работали, и как я вам сказал, он был мой босс. Мы с ним работали вместе в Монави, он отвечал за всю Европу. И я очень рад, вот честно, искренне, крайне рад, очень сильно рад тому, что он назначен на должность директора по продажам всей Европы. У нас с вами здесь ЖМС. Это человек, у которого, прежде всего, многие из вас, особенно лидеры, которые меня знают, у многих из вас с нами есть там большие дипломы, красивые дипломы, даже красные дипломы. Я всегда в своей жизни больше, чем дипломы, уважал здравый смысл. Вот Алекс — это тот человек, у которого просто тонны здравого смысла. Вот с ним, когда общаешься, сразу понимаешь, что он понимает суть вещей, что он вникает глубоко в происходящие вещи,
что мы понимаем логику процесса и что он работает на результат. Вот это для нас с вами важнее всего. Это для нас с вами самое главное. Это большой и жирный плюс против его фамилии. Это большой и жирный восклицательный знак. Еще раз вам хочу сказать, искренне рад, что вот судьба меня опять свела с Алексом, что мы будем опять работать в тесной спайке. Я верю, вернее, нет, неправильное слово подобрал. У меня нет никаких сомнений, что с ним вместе мы пойдем к новым, все вместе пойдем к новым высоким результатам во всей Европе. И в России, на Украине, в Беларуси. Беларусь, вы вообще должны радоваться. Вы сейчас должны, все, кто здесь из Беларуси, сейчас на этом вебкасте, вы должны скакать и прыгать на стульях около своих компьютеров, хлопать в ладоши, бить себя ушами по щекам и радоваться от удовольствия. Потому что фактически он не просто американец, он отчасти, собственно, ваш земляк. Прекрасный парень, отличный человек и специалист на 5 баллов. Просто на 5 баллов. Но радоваться должны все. Точно так же должны русские радоваться, ребята, и узбеки, и киргизы, и казахи, и украинцы, и молдаване. Потому что, ребята, это наш человек. Он понимает логику вещей, он знает логику процессов, и он будет работать на результат. С ним у нас с вами есть еще один человек, который наша с вами рука влияния в генштабе. То есть мы с вами можем получить, что называется, мы можем быть услышанными. А это самое важное в бизнесе, когда руководящий состав тебя слышит и моментально реагирует. Это первое, что я вам хотел сказать. Еще раз, когда мы увидим Алекса, естественно, на наших с вами территориях, мы должны просто искупать его в аплодисментах, потому что нет у меня ни капли сомнений, что это самый правильный человек в самое правильное время на самом правильном месте. Что касается Барбары, многие из вас хотят спросить, а что же произошло с Барбарой? Хочу вам сказать, что это тоже большой позитивчик. Мало есть компаний, ребята, в мире, где люди из руководящего состава решают сами для себя перейти в состав, что называется, работать в поле, работать дистрибьюторами, потому что понимают, что так можно построить для себя более интересную карьеру, более сказочный результат. И коль скоро у нас с вами есть такое, мы должны опять же, что называется, радоваться этому, что называется, понимать. Во-первых, надо глубоко понимать логику вещей. Как я вам сказал, вот мало есть компаний, в которых такое случается. Коль скоро у нас такое случается, и опять же, это значит, что мы все в одной лодке, что мы все равны. Во многих компаниях, как вы знаете, больших и состоявшихся, старых, с именами, которые существуют уже по 30 лет, корпоративный лагерь и дистрибьюторский лагерь – это как два разных лагеря. И порой они даже находятся в неком противодействии, противоборстве. И это плохо. И я абсолютно уверен в том, что это плохо. Хорошо, когда все, кто находится в компании, работают на один и тот же результат. И вот, коль скоро у нас есть вот такие вот переходы, это говорит о том, что мы все в одной лодке, что мы все вместе, что мы работаем на один результат. Я этому искренне рад. Вот честно. Вот по правде. Очень сильно и очень здорово, что такое у нас происходит. И чем больше будет таких переходов и дальше, так я вам скажу, я буду только этому еще больше радоваться. Потому что, на мой взгляд, это правильно. На мой взгляд, такое должно происходить. И не должно быть противодействия. Не должно быть противодействия служб. Не должно быть противодействия, что называется, опять же, я работаю в Украине, а ты работаешь в Беларуси, или, не дай бог, я работаю в России, а ты работаешь в Украине, мы вообще там в разных лагерях находимся. Это самое глупое, что может прийти на ум. Мы все должны работать на один результат, это каждому из нас. А от этого большого результата достается по-своему, пусть более мелкому, но все равно это будет некий шаг вперед для каждого из нас на своем месте. Поэтому я рад этому развитию события. Опять же, многие из вас, наверное, читали недавнее послание нашего с вами президента по всей Европе, и очень заслуженного человека, опять же, моего босса тоже, Кайла Окленда, который вот рассылку делал о том, что происходит. Лидеры это все получают, лидеры второго звена это получают, но я проговорю еще некоторые вещи. Кто, возможно, не был на предыдущих подкастах, Татьяна, которая представляла, собственно, и Алекса, представляла меня. Я действительно здорово рад еще тому, что вот у нас есть возможность, что называется, карьерного роста. Что люди, которые талантливы,
люди, которые работают на результат, возможно, придя изначально на более низкие позиции, имеют возможность показать себя, дорасти до званий и достижений, и, соответственно, и до неких заслуг, которые отмечаются. Вот Татьяна у нас с вами, она директор, отвечает за всю европейскую администрацию, за обслуживание, customer service, обслуживание клиента. Я расскажу, почему, я этому очень сильно рад. В свое время, когда я был значительно моложе, я тоже закончил университет, помнится, и я тоже работал переводчиком, начинал, собственно, с этого. И здорово, что у меня были в то время боссы, в то время я работал в таких службах, где тоже вот была некая демократия в администрации, где тоже человек, работающий, начинающий простым переводчиком, мог дорасти до, ну, сначала я дорос до начальника отдела, потом выше и дальше. И именно такие компании, именно такие организации, именно такие вот замкнутые системы, если можно так выразиться, которые стимулируют рост внутри себя, именно такие системы заточены на успех. Поэтому, перво-наперво, хочется отметить саму Татьяну, что она молодец, что она показала себя, что она... Что, ну, я просто аплодирую, действительно, мне приятно с ней сотрудничать. Она здорово помогает мне, я здорово помогаю ей, и мы работаем в спайке. И это здорово, это хорошо, это прекрасно. Это то, что именно нужно, собственно, в любой работе, в любой человеческой жизнедеятельности. А второе, что наша компания позволяет делать такие вот вам вещи, что не только, допустим, ну, я там состоялся как дистрибьютор расстояния X и вырос до чека номер один, но я состоялся и как административный сотрудник. Я дорос до больших званий, у меня получились, что называется, более красивые погоны на плечах, и я заслужил более высокую зарплату. Это здорово, это приятно. Это еще раз говорит, кстати, это еще раз очень здорово говорит о наших с вами основателях компании. Вот когда мы проговариваем эту презентацию, все из вас, все из нас, я хочу сказать, опять же, я ее тоже выучил наизусть. Вы знаете, мне больше нравится, честно говоря, вот обычно такой, что называется, дружеский разговор, потому что формальные презентации очень часто, ну, в последнее время особенно, все меньше и меньше в мире люди верят формальным презентациям, но когда происходит такой задушевный разговор, люди начинают больше понимать друг друга. Вот в таком, что называется, задушевном разговоре, я еще раз хочу сказать, вот, возможность таких вещей, возможность такого роста очень правильно, очень здорово, очень хорошо говорит, больше, чем всякие награды, больше, чем всякие титулы, больше, чем всякие, я не знаю, вот опять же, слова основателя компании, те, кто рулит компанией, если они дают возможность такого роста и дистрибьюторам в поле, и работникам корпоративным, я просто хочу сказать, что это не люди, а сказка. И вот на тот слайд, который у вас есть в корпоративных презентациях, можете сами ручкой на нем дописать вот то, что я вам сейчас сказал. Другие ребята, которые пришли в компанию, те из вас, кто были вместе со мной в предыдущей компании Monavie, хорошо знают. Отличные специалисты, прекрасные менеджеры. Еще раз проговорю их имена, чтобы вы знали, потому что у многих из вас развивается бизнес не только в России, не только на Украине, не только в Беларуси, а в сопредельных странах. Не только в Молдове, опять же, в Румынии тоже в сопредельной стране. Не только в Беларуси, а в Польше, возможно. Не только, условно говоря, на юге Украины, а возможно и на Балканах тоже, в той же Сербии, Хорватии. И так дальше. Поэтому вы должны знать этих ребят. Это прекрасные менеджеры, это состоявшиеся специалисты. Итак, по Центральной Европе, так называемой, Центральной Европе в наших характеристиках, в характеристиках нашей фирмы, потому что не все страны географические, которые вот, подчиняются этому человеку, они находятся в Центральной Европе. Но тем не менее, за Центральную Европу отвечает Ярек, Ярек Флис, он... Опять же, мы с ним хорошие друзья, мы с ним работали вместе. Я его знаю, он поляк, он находится в Польше, генштаб его в Польше, как и раньше. Это здорово. Это прекрасный и отличный специалист, состоявшийся, знающий и эту отрасль, и не только эту отрасль. И под его руководством у меня нет, опять же, ни минуты, ни толики сомнений, что все пойдет в нужном направлении. Под ним целый ряд стран, они все перечислены, опять же, вы прочитаете в объявлении нашем, и те, кто получает от Кайла рассылку, все лидеры уже прочитали. Али Салим тоже были вместе в предыдущей компании в Monavie, он отвечает за Францию, как и раньше. Тоже молодец.
Тоже у меня нет не только сомнений, что под его руководством Франция идет в нужном направлении. С Сандрой мы тоже были большие друзья. И не только потому, что она отличный специалист, а потому, что я очень здорово дружил с португальцами, с испанцами, в большей степени с португальцами. Лидеров Португалии я знаю, я их обожаю. Я знаю, что они обожают меня. Мы долго и много сидели вместе и в кафе, и в ресторанах, и обсуждали и бизнес, и не бизнес, и дружим с семьями уже. Это молодцы. И их имена, их фамилии знает вся наша индустрия, не только наша компания. И не только компания, которая интегрировалась в нас, но вся наша индустрия. Сандра умеет, что называется, управлять и этой страной, и умеет, что называется, работать в спайке с этими состоявшимися большими лидерами. Это большого стоит, она огромный молодец. Про Карлу вы слышали в прошлом обкасте, Карла у нас тоже была, что называется, продвинута по службе, то есть промоушен получила, она стала отвечать за VIP обслуживание, за обслуживание высших, наиболее титулованных лидеров Европы, наших партнеров в Европе, наших дистрибьюторов. И Габриэла — это новый человек. Габриэла, к сожалению, не знаю, мы с ней только-только познакомились. Звучит она здорово, звучит она обалденно, но пока я с ней близко еще не знаком. Но, тем не менее, я ее тоже приветствую. Она у нас отвечает за Северную Европу. Я уверен, что выбор правильный, потому что, ну, как бы нет у меня сомнений в том, в тех людях, которые ее интервьюировали, и ее, что называется, приглашали на работу, на эту должность. Следующие вещи, которые хотелось проговорить, которые вам необходимо знать. Многие из вас, опять же, продолжают, что называется, часто меня, и это хорошо в целом, часто меня спрашивают о том, какие и когда у нас мероприятия. Но, ребят, как я вам много раз повторял, если вы хотите сразу же обладать всей полнотой информации, то первое, что вам надо сделать, мы недаром завели 800-й номер, недаром платим за него. Из любой точки России, как минимум, вы можете набрать бесплатно нашу службу поддержки дистрибьюторов и задать любой абсолютно вопрос. Если вы хотите знать, когда у нас какое мероприятие, условно говоря, вы слышали, но забыли, но вдруг вы вспомнили, что у нас там грядет нечто, и вы хотите в это вписаться, то... Написав мне, у вас есть большой шанс меня не поймать сразу, потому что сегодня, например, весь день я был в разъездах. Если вы мне что-то написали на Facebook, то есть большой шанс, что я вам не отвечу раньше вечера или раньше завтрашнего дня. Поэтому, если вам надо что-то узнать сразу, любую вещь, помните о том, что просто кликнув на сайте на ссылку «Контакты» и став на Россию, вы видите 800-й номер. После этого берите телефон, набираете 800-й номер и бесплатно связывайтесь с нашей службой поддержки и получаете всю полноту информации. Так вот, по мероприятиям, проговариваю еще раз. Ближайшее мероприятие, где вы сможете разозреть, что называется, мою персону, про которую меня спрашивал целый ряд людей в последнее время, я хотел, чтобы я это еще раз проговорил. Мероприятие следующее. 4 июля я буду в Румынии, в городе Констанца. Там будет большое мероприятие румынское. Кстати, друзья мои, здесь, возможно, есть наши коллеги, наши друзья, наши товарищи из Молдовы. Приглашаю вас не так далеко, собственно, может, даже на машине или на маршрутке, или на поезде. И я знаю, что мероприятие будет абсолютно шикарное. Я знаю лидера номер один в этом городе, который, собственно, мой большой товарищ и мой старый друг из предыдущей компании тоже. И мы с ним продолжаем дружить. Мой визит туда был, что называется, получил добро и от нашего, собственно, руководства. И добро не только от визита, а добро на некое корпоративное мероприятие. Мы будем спонсировать прекрасный зал в хорошем отеле. Естественно, лидер Эдди Арделяно, который находится в Констанции, он будет организатором на месте этого мероприятия. И я очень рад тому, что в созвучии с ним мы опять вот работаем, продолжаем идти к новым успехам. 18 июля мы планируем мероприятие в Беларуси, мы начали это обсуждать опять же с местными лидерами. У кого там есть люди, запишите себе, 18 число, все подробности зала, места и так дальше будут в скорости объявлены. Но пока вот вам реперные точки. 4 Констанца, Румыния, 18 Минск, Беларусь, 1 августа Москва, Россия.
Хочу вам сказать, что 1 августа мы планируем серьезные мероприятия. Нам удалось получить подтверждение от доктора Амзалака, что у него есть, что называется, дырка в его графике, и он с удовольствием отозвался на наше приглашение, сможет нас посетить. Мне удалось получить, вернее, нам удалось упростить добро получить от Аты Мамедова. Он будет выступающим на этом мероприятии тоже. Я сейчас пытаюсь разговаривать с Кайлом, тоже прошу его посетить. Я буду разговаривать с другими лидерами, кто еще сможет быть там. Но вот пока у нас уже есть, что называется, несколько ключевых персон в этой индустрии, которые будут здесь в Москве. Поэтому мероприятие обещает быть шикарным. Прошу всех, особенно в первую голову, прошу всех лидеров отозваться на это дело, дать мне знать, кто сможет быть в Москве 1 августа, чтобы я, в общем, лучше понимал параметры, и в том числе и, что называется, масштабы зала. Хочется из этого сделать, что называется, новый шаг на новый качественный уровень, новый прорыв вперед. Дальше пойдем по вопросам, которые опять мне задавали на прошлой неделе, которые хотели, чтобы я проговорил. Один из вопросов были карточки. Карточки в пути, как я сказал, их нам послали. Очистка таможенная в России занимается сейчас наш логистический провайдер. К сожалению, очистка занимает таможенная, как это называется? Ну правильно, по-русски таможенная очистка занимает некоторое время. В ближайшее время мы их все доставим. На будущее мы нашли более, опять же, полностью легальные, но более легкие пути в доставке в Российскую Федерацию. Нам логистический провайдер предоставил несколько вариантов. Судя по всему, в будущем у нас таких задержек с карточками не будет, они будут просто прийти автоматом прямо к адресатам. В этот раз, опять же, от лица компании я вам приношу извинения, что это заняло столько времени, но просто очистка действительно занимает много времени, такова действительно с Российской Федерации. Были вопросы, опять же, когда-то Барбара проговаривала про повышение цен. Хочу повторить, все вопросы, которые вы мне задали, ребята, повышение цен касается только европейского рынка. В России и в СНГ цены закреплены в нашей валюте, они не меняются. И на самом деле сейчас это для вас, для всех, для нас, мы находимся, что называется, в более привилегированной позиции, чем те же американцы или те же европейцы. Цены у нас сейчас классные, я-то проговаривал много раз уже, и в России, в российском. И покупая из российского юридического лица, и покупая из украинского юридического лица, вы находитесь сейчас в более лучшей, более привилегированной позиции. Потому что при счете по курсу вы выигрываете. И по сравнению с американцами, и по сравнению с европейцами. И те, кто вам объясняет, что это не так, не верьте им. Я проговаривал с теми людьми, даже которые пытались со мной связаться по скайпу и объяснить мне, что это несколько не так, потому что там есть НДС, и НДС, допустим, в Казахстане другой, чем в России, но все равно... Если у нас сейчас закреплена цена по 50 рублей за доллар, вы выигрываете при любом НДС, вы выигрываете при любой рассылке. Вы автоматически выигрываете как минимум 10% только на цене по сравнению с американцем. Пользуйтесь этим моментом, рассказывайте об этом всем, рассказывайте, какая щедрая компания. Я мало знаю таких вариантов. Большинство компаний сейчас в условиях реального экономического кризиса так себя не ведут. И опять же, снимая шляпу перед мудростью наших руководителей, перед мудростью тех, кто стоит у руля компании. Поэтому с ценами у нас все в порядке. С НДС, еще раз, опять же были вопросы, и на этой неделе были вопросы, наверное, не все были на прошлом рубкасте. НДС необходимо платить тот из юридического лица, которого происходит покупка товара. Когда вы покупаете товар в Америке, вы платите американский НДС. Когда вы покупаете товар в Амстердаме, вы, соответственно, платите НДС Нидерландов. Когда вы покупаете товар, я не знаю, находясь в Молдове, вы платите НДС Молдовы, в Казахстане, НДС Казахстана. Но когда это юридическое лицо находится в Казахстане, вы платите у казахстанского, и вы покупаете у казахского юридического лица. Когда вы покупаете у украинского юридического лица, там, где у нас есть склад, вы платите НДС Украины. Когда вы покупаете у российского юридического лица, там, где у нас есть склад, вы платите НДС России. По-другому эта штука не работает нигде в мире. Когда мы разобьем Казахстан до такого уровня, что у нас там будет свой офис, потому что больше всего вопросов происходило с Казахстана, и свой склад, и свое, что называется, свое
own ownership of the product. Значит, владение товаром будет у местного юридического лица, у него будет собственность на товар. Тогда будет платиться и НДС, соответственно, той страны, в которой он находится, в данном случае Казахстана. Пока у нас операционное modus operandi, то бишь операционное устройство, именно такое. Но мы будем развиваться. Ребята, это абсолютно честно. Нам осталось еще совсем немного, чтобы докрутить все винтики, болтики в российском операционном сетапе, чтобы он работал как часы. После этого дальше развитие в первую голову Казахстан и Беларусь. И мы будем смотреть, как докрутить там все, чтобы все только работало как часы. Поэтому, но опять же, никакая компания нигде в мире никогда не будет инвестироваться сильно в рынок, если в этом рынке нет движения. Поэтому показывайте свою состоятельность, показывайте свое лидерство, показывайте свое движение. И вы таки да, кстати, показываете это. Не далее, чем сегодня, мне рассказали про то, как у нас растет новая страна, новая республика, как у нас здорово идет движение в Киргизстане, как у нас активно люди растут в Бишкеке. И самое приятное во всем этом деле, что лидер там Валентина Амханова, которую я тоже давно знаю, и знаю ее по предыдущей компании, и знаю, что она ледокол, знаю, что он локомотив процессов, знаю, что он состоявшийся лидер. И очень приятно было слышать, вот столько много мне позитивных отзывов и отчетов прислали о ее показателях и показателях ее группы. Поэтому, ну, раньше у нас как бы не особо фигурировал Киргизстан в наших отчетах. И очень приятно видеть, что вот сейчас он что называется, заявил о своем, ну, подал заявку на некое лидерство. И это радостно. И почему я это ставлю в пример? Потому что, собственно, это надо показывать везде. И в той же России, и в той же Беларуси, и в том же Казахстане. И тогда компания действительно с большей серьезностью пойдет к этим городам, регионам, республикам и странам. Что еще было объявлено на прошлой неделе? Было еще объявлено, что у нас будет расширяться служба поддержки. Служба поддержки в Европе будет расширяться. Будет новый офис, по всей видимости, он будет базироваться в Амстердаме, и там будет целый ряд специалистов, которые на разных европейских языках будут обслуживать наших лидеров и не лидеров, а всех наших партнеров и дистрибьюторов в поле. И если у вас есть знакомые, которые знают английские, местные языки и понимают логику нашего бизнеса, то мы готовы рассмотреть резюме таких людей. Европа продолжает развиваться, мы продолжаем работать над правильным операционным сетапом Италии и Франции, потому что это непростые рынки. Мы продолжаем работать над теми заказами, которые были невыполнены или недовыполнены в европейских странах, потому что рост у нас, опять же, как вы понимаете, это на самом деле, опять же, это не минус, это большой плюс. Рост у нас в Европе настолько шикарный, настолько быстрый, настолько уникальный, не побоюсь этого слова, что некоторые продукты, к сожалению, выпали просто, поскольку были активно распроданы. Поэтому у нас так называемые появились бэк-ордера или недовыполненные заказы. Сейчас они все покрываются. Если у кого-то есть дистрибьюторы в Европе, они вам жалуются, то опять же успокойте их. Я знаю, ребята из Румынии мне жаловались. Я хочу успокоить, если они здесь есть, или их там товарищи в Молдове. Сейчас эти все бэк-ордера покрываются в России, в Беларуси, в Казахстане, вообще на пространстве СНГ, на Украине. Насколько я знаю, у нас бэк-ордеров нету, просто потому что мы, опять же, тут большие молодцы все работники, которые работают на этом пространстве, было завезено достаточное количество продукта по всем наименованиям. Кстати, большой молодец Максим. Максим, вот, который у нас на Украине, кроме того, что он лидер Украины, он еще много работает по логистике процесса. И он большой молодец, что он заранее позаботился, чтобы по всем наименованиям было достаточно продуктов. Было достаточно продуктов на всех складах, которые у нас здесь есть. Поэтому это просто здорово. То есть у нас ничего не выпало и ничего не выпадет.
по рассылке также. Была еще новость, что у нас с вами в Европе появился первый даймонд, ну, первый бриллиант, наверное, все об этом уже слышали, но еще раз поговорю. Вальдемар Важеха, у нас с вами первый бриллиант. Я знаю, что было некое даже соревнование, кто первый этого достигнет, ну, может, неформальное, но вот получилось так, что им стал Вальдемар. Мы все рады этому, мы все честными его и празднуем, и отмечаем это дело, но я так чувствую, ребята, что у нас с вами на нашем пространстве вот два человека очень близки от того, буквально там какой-то шаг им остался, и я буду просто очень-очень сильно рад, что называется, поднять бокал шампанского, ну или просто минералки, и с этими двумя людьми в ближайшем будущем, ну и чувствую я, что может это случиться даже в этом году. Но если не в этом, то в начале следующего, я думаю, у нас с вами на пространствах России и СНГ появится как минимум парочка бриллиантов, которые совсем близки, совсем недалеко отстоят этой позиции. Мероприятия я вам проговорил. Мероприятия европейские вас, наверное, в меньшей связи интересуют, поскольку, опять же, те, кто этим интересуется, те все это знают, те, кто это не интересуется, проговорить сейчас не буду, но вот у нас грядут мероприятия в Польше, в Италии, в Риме, в Португалии, совсем близкие эти мероприятия, если у вас есть там дистрибьюторы, спрашивайте нас, мы вам дадим все координаты. По продуктам было много вопросов. Ребята, могу вам пообещать, в общем, абсолютно без задней мысли. Ну, во-первых, вы все знаете, что все продукты, вся линейка, весь спектр продуктов, которые есть в Америке, у нас с вами засертифицированы. Они готовы к обороту на наших рынках. Второе, вы знаете, что в пути у нас уже совсем на подходе. Вы, наверное, видели меня даже в Фейсбуке, как я уже сам пробовал на своих, что называется, мешках, когда я долго не сплю по ночам. Я общаюсь то с нашими лидерами, то с Америкой, и ложусь очень поздно, соответственно. А потом просыпаюсь, еду в офис из-за того, что я не досыпаю, и ложусь очень поздно. У меня появляются эти мешочки. И вы видели, наверное, уже в Фейсбуке, как я намазывал Instant Age, что называется. Ну, правильно даже не намазывал, а что называется. Вот, ты на пальчик подавливаешь, и потом так хлоп-хлоп-хлоп делаешь. И исчезают мешки буквально на глазах. Ну вот там результаты есть разные, у кого-то за минуту, у кого-то за две, у меня за четыре. У меня кожа более смуглая, наверное, поэтому более такая, ну, свой, имеет свои особенности. Но, тем не менее, это уникальный продукт у нас с вами появился в нашем бэк-офисе. И сейчас он начнет, что называется, сейчас он уже практически будет на складе. Заказывать уже можно, с доставкой мы чуть-чуть повременим, поскольку нам надо его еще до... Раз то можете, нам надо его завести, поэтому если вы закажете его, условно говоря, послезавтра, вам придется чуть-чуть подождать. Но сейчас у нас будет уникальный продукт. Другие все продукты у нас появятся тоже, мы надеемся, до конца лета весь спектр будет у нас уже. И тогда, ребята, опять же, как я говорил не раз, не будет ни одного, ну, как говорят в Америке, не будет ни одного экскьюза, не будет ни одного извинения для себя самого, почему я не стал бриллиантом. То есть, когда я утром стану перед зеркалом и посмотрю на себя, я не смогу обвинить компанию, что она мне не дала продукты. Я не смогу обвинить компанию, что она мне не дала инструменты. И я не смогу обвинить, там, не знаю, Кайла, Влада, Татьяну, Алекса, в конце концов, отцов-основателей тоже. Я не смогу никого обвинить просто. Мне придется посмотреть на себя в зеркало, обвинить только самого себя. Что я не был достаточно упорным, что я... не прочитал все, что необходимо было про продукты, что я не досконально не изучил план маркетинговый. Хотя, на самом деле, я никогда в жизни не изучал досконально маркетинговый план. И, насколько я знаю, никто из лидеров, состоявшихся в поле, никто из бриллиантов вот досконально никогда не изучал маркетинговый план. Все просто... Ата это проговорил здорово, и Олег Пермяков это проговорил здорово. И, кстати, ребята в Португалии это проговорили здорово. Они увидели, что он работает. И дальше, до деталей, они никогда его не изучали. Они понимают, как строить структуры, они понимают, как развивать бизнес, они понимают, как нанимать себе подобных, рекрутировать, они понимают, как продавать продукт, они понимают, как стать продуктом продукта и идти к новым целям. А маркетинговый план, как правильно все из этих вышеперечисленных лидеров говорят, они, ну, в последнюю очередь, что называется, поняли, поскольку они увидели, что он работает. А потом все детали они его позже изучили. Я призываю вас,
поскольку время уже подходит, у нас с вами сейчас через 15 минут начнется европейский вебинар. В заключение своей речи я призываю вас к тому, чтобы гораздо активнее вы, собственно, начинали сейчас действовать. В России остались еще какие-то вещи. Я понимаю, я осознаю, мы их докручиваем. И, ребята, когда у вас есть проблемы, как я вам сказал, первое, что надо сделать, вот, целому ряду наших с вами товарищей мы помогли, опять же, в режиме ручного управления за последнюю неделю. Я понимаю, что у нас периодически с вами еще случаются глюки. Я понимаю, что у нас еще есть вещи, которые надо вылечить. Но основные все вещи мы уже поставили на рельсы. Основные все вещи у нас работают. Основные все вещи у нас с вами есть в руках. То есть инструменты у нас с вами есть. Какие-то вещи более мелкие мы еще долечим. И как только вы видите что-то, сразу сообщите нам. Первое, это опять же, первое надо сообщить нашей российской, не американской. Не надо писать Кайлу. Кайлу пишет миллион человек в день. Первое, стучите в нашу службу поддержки. В конце концов, если вы вдруг чувствуете, что у вас нет ответа, пишите, кричите, свистите, звоните мне просто, что называется. Я отреагирую. В конце концов, даже если я не отреагирую сразу, то в конце дня все мессажи до того, как я иду спать, я всегда все прочитываю. Поэтому сообщайте нам об этом, мы все вылечим. И без ложной скромности я вам скажу, что в жизни я это делаю уже не первый раз. И во всех компаниях, которые стартуют на российском рынке, всегда все нелегко. Есть своя российская специфика, есть своя казахская специфика, есть своя украинская специфика. Есть своя белорусская специфика, ее надо знать. Это все приходит с опытом. Мы все вылечим, и все у нас будет работать. У нас уже почти все работает, вылечится. Остались мелкие вещи. Мы их докрутим. Но уже у вас есть все инструменты к тому, чтобы идти вперед, набирать обороты, набирать большую скорость. И главное, получать большое удовольствие от того, чем мы с вами занимаемся. Я вот абсолютно однозначно люблю то, чем я занимаюсь. И абсолютно это значит, я понимаю, что если что-то делаешь без любви к тому, что ты делаешь, то ты никогда не достигнешь результата. Только если ты находишься в созвучии со своим сердцем и своей душой, ты, собственно, достигнешь большого, красивого, высокого результата, которым ты сможешь гордиться. И не только в монетарном плане, а в общем и целом. Ты будешь получать удовольствие, ты будешь находиться в балансе с собой, ты будешь находиться в удовлетворении с собой, ты будешь находиться, вот, собственно, как наши продукты говорят, да, дзен-буддизм очень часто говорит о вот том состоянии души, когда ты находишься в полном созвучии с собой, с окружающим миром. Вот если ты веришь в свое дело, если ты любишь свое дело, то ты добьешься больших и огромных успехов. Призываю вас любить свое дело, призываю вас любить компанию GenS. Это достойная компания, мы одна команда, мы одна семья, мы один GenS, правильно говорит вот наш с вами Chief Visionary Officer, мы по-русски переводим наш генеральный директор, Скотт, правильно повторяет фразу на каждом мероприятии по несколько раз. Вперед, к новым успехам, все у нас с вами будет хорошо, заходите в бэк-офис, прочитайте все новые пакеты, которые для вас приготовлены. На них можно построить отличный результат. Но главное, концептуально, верьте в себя, любите себя, берегите себя, верьте в GenS, берегите наш бренд. И до новых встреч в эфире, что называется. Люблю вас всех. С вами был Влад Хаджи, всего хорошего. До новых встреч. Татьяна, Алекс, would you like to add something else? Спасибо большое, Влад. Да, все, что я хотел сказать, это все, что Владу нам. Вот очень-очень приятно с вами быть. Опять, извините, мой русский, я буду в практике чуть-чуть нервно говорить на вебинар по-русски. Это долгое время, чем я последний раз, у меня было шанс говорить по-русски. Но я очень рад быть с вами. Я думаю, что все будет очень прекрасно. И Влад... Я думаю, Влад один из самых лучших человек, который я знаю. Я с ним, как он сказал, я с ним долго работал. Он прекрасный, очень умный. Он любит наши дистрибьюторы. И
Это, я думаю, все будет очень прекрасно. Ну, спасибо, спасибо, час. Спасибо всем огромное. Мы заканчиваем наш вебкаст на сегодня. До новых встреч. До свидания. Доброго вечера всем.